Друзья, всем привет! Собрались мы опять на рыбалку, не знаю, будет что-нибудь или нет. Ветер на улице. Что? Животные мои, пойдем. Маня, пошли. Пойдем, посмотрим, что там. Может, а по одной и поймаем. Хотя, ветер на улице, с ума сойти. Пуня, быстрее давай. Все бегут в надежде на рыбку. Я там заметил, по-моему, лебеди на берегу. Сейчас посмотрим. Так, все спешат. Сэмик, Люся тоже здесь. Я как беру удочку, все. Они все со мной. Где-то сейчас около 5 градусов тепла. Вот. Славянске, слава богу, тихо. Завтра тоже где-то около 4 тепла. А потом будет потепление. Ага, вон они, рядышком лебеди. Сейчас поглядим поближе. О, ветер, я, наверное, не смогу закинуть даже удочку. Да, с ума сойти. О, как говорил мой знакомый, лебедушки. Нет уже этого знакомого. Сейчас поставим это все дело. Поглянем поближе. Смотрите, какая волна пену поднимает. Вот они рядышком, видите? Красавцы. Просто красавцы. Только что были здесь на берегу. Раньше просто в том году просто кидаешь, делаешь движение рукой, как будто имитируешь бросок чего-то либо. И они подплывают сюда. Уточки тоже вон. Побежали. Ну что, сидят, ждут. Еще один самый крайний подбежал. Да нет, там ничего, заглядывай в ведро. Сейчас все-таки попробуем что-то поймать. Друзья, по поводу забора. Ну, правда. Были, естественно, и планы, и я его думал сносить полностью, деревянный этот забор. Покупать столбы пластиковые, ну, не знаю, там, 50, трубу, вернее, трубу пластиковую. Белые такие. Вкапывать и натягивать зеленую сетку. Делать, отмежевывать, так как там мне скрываться от нет кого, там никто не живет. И поэтому было это все в планах. Ну, как известно, все в корне поменялось. Вот, естественно, выросла цена на эти материалы. Метр этой сетки сейчас около 50 гривен. Там мне надо порядка, я не знаю, наверное, 30 метров. Думать, есть какие-то деньги. Поэтому немножко не до этого. Если наладится, естественно, все это будет облагорожено и заменено. Да, Сэмик? Так. Ага, собака соседская. Смотри, как на собаку смотрит. Вон. Жучу, дружок. Видите? Вон он маленький такой. Ну, вредный. Пошел домой. Ладно, друзья, попробуем рыбки поймать. Остаемся на связи. Всем мира, добра. Всем пока.